Как раз там светофор, сейчас машины поедут. Идем по знаменитому подземному переходу пешеходному. Ну, пойдем. Гуляем, да, все закрыто здесь, да. А вот это работает, да? Сервис. Ага. Часики, да. Наверное, да. Ну тут всем все узнаваемо. Это вы все прекрасно понимаете, конечно же, друзья. Мы в столице Латвии, в Риге. Осторожней, смотрите под ноги. Вы в столице, в Риге. Вот теперь с этой стороны, вот, пожалуйста. Стокман тоже. Вон через дорожку. А это канал. Летом на лодочке будем кататься. Летом на, да, на лодочке будем кататься, Наташа говорит. Ну, идем дальше. Пейзаж, да, вон электричка поехала, Наташа говорит, наша. Ну, наша будет ближе к вечеру. Да. Ой, вид сверху. Ну все, уже оживает. Потихонечку. Ну, 9 градусов показывало. Вон там. Ну, где мы выходили. С электрички, когда выходили. Так мы в универмаг идем, да? Ну, это бывшее название мы называем. Бывший универмаг. Тоже покажем вам, друзья. А сейчас посмотрим. Мы вот здесь, Наташа, останавливались. Частенько машину оставляли. Ну да. О. Старенький трамвайчик. Да. Вот здесь мы оставляли часто. Вон уже приближаемся к месту назначения, да. Не, ну, там погуляем, там погуляем. Где получится, друзья? Да, 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 да. Красный свет через. Вот как раз уже без 10 час.
Аудень Ейла. Галерея Центрс. Раньше был центральный универмаг, сейчас галерея Центрс. Ну, я напоминаю, может быть, кто-то не знает, не помнит. Вот сюда мы идем. Ну, пошли. Давненько мы не гуляли. Вот она. Вот она где. Парфюмерия. Михалыч, да. Как-то вот так. Поедем наверх. В этом универмаге. Наверх. Это Рими. На первом этаже Рими. Идем дальше. Вид сверху. Ну да, а вот здесь под ноги тоже надо посмотреть. Да. Ну это мы с Наташей все продолжаем гулять. Смотреть то одежду, то все. Но мне кажется, эта лестница менялась, не менялась. Она такая и была, да? Пишите комментарии, друзья. Это центральный универмаг здесь, в Риге. В Старой Риге. Рядом со Старой Ригой. Во. Вот сейчас как выглядит это все. Ну, пройдем. Покажем вам, как это все. Ну, смотрится красиво. Вот эти перила. Вот они, видите? Вот поднимаемся. Отсюда вам покажем. Во. Ой, когда-то мы гуляли здесь, тоже видео снимали. Фотографии, видео, по-моему, снимали мы здесь. Заходите к нам на канал, посмотрите на видео. У нас очень много их. Вот дальше лестница. С перилами. Вот они. Музыку буду перебивать своим разговором. Не стал я брать микрофоны. Вот из этих сердечек. Так вот раз. И отключаемся пока. Ну вот, зашли мы здесь в этом универмаге. Наташи кроссовки вот очередные. Только молния по центру, вот она увидела. Все, ищем без шнурков. Да, ищем без шнурков. Не сбоку, не по центру, а именно по центру. Вот эта молния. Ну, размер твой, да? Как ты не понимаешь? Ну, тебе надо второй одеть, да. О, мы тут. А 41-го нету? Что-то немножко вот жмут, да? Не понимаю, да, как-то вот. Так, сколько они стоят? 77. Вот ваша Наташа. Да. Наша Наташа. Сегодня скидка. Они будут стоить 66,36, а стоили 80 с лишним евро. 20% скидка.
Вот сейчас будет 41. Нам нужен 42, 43, 45. 39. Женский размер. Вот такая, да. Женский туфля. Ну, ты давай, давай, мерей. Ну, не утонула? Ну, ты не забывай, что ты это в колготках, да? А будешь в шерстяных носках ходить? Не говори, ты так сказал, да? Это же мое. Большие. Значит, будет это. Идти, твоя мать. А эти, да, эти жмут, да? Эти большие, да. Лаби. Ортопедически, да. Не, не, туда, туда, Наташа, вперед, 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 туда. Иди туда. Давай сюда. Ну нигде не жмет, не трет. 66 евро получается, да? Ну я не знаю. А палец этот все-таки, да, трет? Ну ладно, будем искать. Наташа банана захотела, а я уже съел. Ай! Наташа доедает. Это мы все стоим вот здесь, вот возле универмага. Да, вот сейчас и выходим в Старую Ригу. Да, салон красоты Старой Риги. Пойдем здесь. Идем дальше. Погуляйте с нами, друзья, погуляйте. Как ты? Не, так было ж, мы же говорили, что ты кроссовки не купила. Потому что один у тебя правый пальчик поджимал, да, один правый, другой левый. Они разные были у тебя кроссовки. Поэтому и не купила. Ну вот как-то так. Как-то вот так вот, друзья. Мы с Наташей гуляем по Старой Риге. Да, 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 да. Вот музыканты, уличные музыканты. Пожалуйста, послушайте. Вон как солнышко, смотрите, как, ой, хорошо. И вот куда мы пришли. Пожалуйста. Опять к этому бременским музыкантам, да. Ну, здесь это излюбленное место фотографироваться. Вот кто выше достанет. Как-то вот так вот, друзья. Ну, гуляют, смотрите, сегодня погодка такая. Гуляют иностранцы. Вот он. Ну, я могу только достать. Во. До собаки могу только достать. Дальше не могу. А ты до куда можешь достать? До кота можешь достать? Нет. Но я тоже до собаки достал. Ну, вот как-то так. Ну, народу, смотрите, как раздетые. Ну, было плюс 9. Наверное, плюс 10 уже есть. Да. Вот дальше гуляем. Да. Вот какие. Это для мальчиков, да? Ну, да. Да. Хорошо. Всякие матрешки. Да, да. А вот они, Анютины глазки. Пожалуйста, смотрите. Вот уже и весна, друзья. Пожалуйста. Всех с наступающей католической Пасхой. Всем здоровья, счастья, благополучия. Главное, мира и добра. Птички как чирикают. Ну, вот видите, уже на улице сидят спокойно.
пиво. Пивко, пивко потягивают. Да, народу много. Много народу. Даже вон без шапок, пожалуйста, все. Пивко, пивко. Сувениры. Кто хочет, пожалуйста, заходите за сувенирами. О, парусник какой. Вот один парусник, вон там второй парусник, вон третий парусник. О, парусники. Наташа тут что-то, ее сувениры тоже, да. А? Пускай пройдут. Вон зайчики. Заяц. Ты заяц? Зайца. Заяц, заяц. А во, баба-яга. Баба-ежка, да? Вот такая вот, ага. Ну, где мы с тобой находимся? А во, где мы находимся. Шкиню ела. И шкуню? Нет, Шкиню ела. Ну, я вещь, хоть слеповат, но я вижу. Да. Ну, а здесь народу поменьше. Сидят, да. Ну, видимо, наверное, корабль пришел с туристами. Очень много. Шумные, да, и больше молодежи. Ну да, дома. Домская площадь, да. Тоже он, музыкант, стоит. Как-то вот так. Солнышко слепляет прямо по глазам. Во. 13 стульев, кабачок. Кабачок 13 стульев. А вот узенькая улочка. Ну да. Ну там столько мусора, не пойдем мы туда. Вот такая улочка. Ну да. Роза наела. Этот бронтозавр, или как его зовут? Ой, мы тут с Наташей давненько. Сколько мы тут фоток понаделали, помнишь? Фоткались, вот. Ну, мы видео почти не снимали тогда. Тогда не было его. Был он. Был? Да. Там были всякие вот там зверюшки. И там, да, вон они тоже есть. Одна. И здесь детскую такую вот лабиринтик сделали для детей. Есть, вон там лошадка, вон птичка. И еще тоже какой-то там этот дракончик. И вот этот вот. Я его бронтозавр называю. Ну, пойдем дальше. Во, как украшено к Пасхе. Посмотрите. Зайцы сидят такие. Ой, жулики. Вон яички. Смотрите, как сколько. И вот зайчики. О, зайчики в трамвайчике. Зайчики в трамвайчике. Как? Не знаю, найти бар какой-то. Вот такая архитектура. Я смотрю, как из Америки. Я заходила в эту гостиницу.
В эту гостиницу она заходила? Сюда приезжали, да? Из Америки? Наталья из Америки? Наталья из Америки? Канал, да? Ну, я так просто. Вот идем дальше с Наташей, гуляем. К дому черноголовых. И Рижская дума. Вот она как раз. Где? Ну и бог с ним, да. Все с карточками, за это придумано. Да, 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 да. Вон даже, смотри, на этой. Может, наверх сходим? На площадку эту. Смотровую площадку. Вот Рижская дума. Дом черноголовых. Ну, водичка еще, скорее всего, не подключена. Вот Рижская дума. Ну, пошли. Ну, это все уже на Пасху подготовлено. Украшения. Идем, идем, идем. Потихонечку выходим. И потихонечку гуляем, друзья. И вы с нами. Не забывайте, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Делитесь в социальных сетях. Ну, пойдем, пойдем, да. Так я же тебе говорил, давай где-нибудь сейчас. Ну, да, да, да. Сейчас, сейчас. Экскурсии на автобусе. Ну, пошли дальше. Да, мы с Наташей сколько тут раз уже перегуляли, да? Перегуляли уже каждый, наверное, камешек уже запомнили. Каждый булыжник. Сейчас узнаем, какие цены на этой, на смотровой площадке. Церковь Святого Петра. Вот это вот смотровая. Башня. Узнаем, пойдем. Написано 1522 года, Рига, угу. Все, пойдем узнаем. Ну, мы цены вам снимем, друзья, чтобы вам было понятно. Вот это вот на башне, это на смотровой. Взрослым 9 евро, студентам с удостоверением 7 евро. Школьникам с 8 до 18 лет, дети до 7 лет, бесплатно, а школьникам 3 евро. Вот как-то так, друзья. Ну, мы решили с Наташей сегодня на смотровую не ходить, потому что там наверху будет сильный ветер, что-то как-то не очень. Я сегодня только что таблетку выпил, этого кол-3. Голова, как это, насморк, хрен поймешь. Не-не-не, рано-рано, вот когда потеплеет, тогда залезем. Вот свыше 15-18 будет тепла. И постараемся, чтобы ветра не было. Сегодня вроде не очень, но все равно как-то не очень хочется. Успеем, друзья, еще наснимаемся. Дай Бог всем здоровья. Ну что, пойдем? Пойдем мы... А, пойдем туда, пойдем. Туда, туда, туда. Там нам не надо, нам туда. Потихонечку, полегонечку. Вот зайдете вот сюда,
И будете вы бар с кафе, ежик, как ежики в тумане. Да. Понимаете, да, друзья? Так и называется. Ежик в тумане. А мы идем дальше. В тумане. В туман искать. Везде бары, кафе, бары, кафе, бары, 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 бары. Да, конечно. Берете с собой толстый кошелек, набитый большими такими крупными купюрами. Мелочь тут не кодируется. Лаби. Машина, говорит, сзади, это раздавит. А мы с Наташей гуляем. Ну, руки не мерзнут, честно вам скажу. Не, не мерзнут руки. Вот по улочкам старой Риги. Да мы не называем улицы, друзья. Погуляйте с нами. Если мы будем называть эти улицы, так... Заходите к нам на канал. У нас много видео, когда мы гуляли по старой Риге. И не только по старой Риге, да. Мы называли улицы. Ну, конечно же, кафе. Рок-кафе, пожалуйста. Вот рок-кафе. Вот такая вот гитара. А ты подойди туда, чтобы было понятно. К ней подойди. Я говорю, не-не, к гитаре, Наташ. Чтоб какого она размера, видите? Даже вот я отхожу подальше, вот какая большая. Рок-кафе. И даже подойду к дверям. Рок-кафе. Пожалуйста. Дальше гуляем. Шли мы, шли с Наташей. Смотрим, женщина. Да. Отдыхает здесь, смотрите. Во, пожалуйста. Вот в этом месте. Мы ее пытались разбудить, но она говорит, не мешайте мне, я хочу поспать. Ну и мы пошли дальше. Вот такую бочечку, пару бочечек нам бы туда под навес, по бокам, да? Классная. Да, видишь, какая красота. Красотуля. Не холодно? Хорошо, да? Особенно после всего так легко стало. Хорошо. Ну вот, продолжаем движение с Наташей. Заходили мы здесь, теперь идем вот здесь вот. Театр, по левую сторону театр. Да. Оперный театр. Оперы и балета. Да. Ну, друзья, мы за один день, за одну поездку, конечно же, мы не успеваем много пройти. Пока. В этом году у нас первая поездка была. Вот опять к этому каналу выходим. Ну давай, вот так вот, наверное. Там же мы сможем перейти или не сможем? Ну и давай тогда переходим, пока нет трамваев. Вот сезон начинается весенний, так что будем по возможности снимать, гулять. Минута 60 центов, да? Минута? А что там так? За про что ты? Да ты чё? Первый час 2:50. Ой, канал. Вон, дети, блин, не боятся они так лазить здесь, а? Дети не боятся, пока не случилось. Как упадут туда. Ну, пойдем дальше потихонечку. Это чайный... Ага. Давай покажи исключительно. А это же чайный был раньше или что, да, здесь? Написано чайный домик. Написано. А, да, чайный домик, да, я бар говорю. Чайный домик. Ну давай тогда вот здесь вот и пройдем.
Это сегодня у нас такое пробное путешествие было. Чайный домик, спиртной, ну а что ты хотела? Не всем хочется чаю, хочется и кому-то и расслабиться. Или после чая хоть. После чая хоть, да, раздразнят. Вот здесь обычно сидят, помнишь? На надувных таких сидели. Слушай, название-то, да, понятно, Тео, да. Ну, но еще не сезон. Скоро, через месячишко здесь появятся вот эти подушки такие, матрасы надувные. И не надувные, а как они там, набитые чем-то. Вот погуляйте немножко с нами. Не устала? Ну, такая погода. Да. Но руки не мерзнут уже, слава богу. Вон, совсем раздеты на велосипедах. А я сейчас посмотрел, сколько показывает на мобилке. 10, по ощущению плюс 11. Но ветра нету здесь такого. Он-то есть, но небольшой. Нет, здесь не переход. Здесь перебег. Не переход, а перебег.